Приветствуем всех на YouTube-канале интернет-магазин пряжи пряжа.су. Сегодня мы подготовили для вас подробный видео-мастер-класс по вязанию такой красивой резинки. Называется английская ложная резинка. Лицевая сторона и изнаночная сторона резинки. Ее можно использовать для вязания шапки. Также можно ее вставить как манжеты. И также как низ изделия. Вязали из пряжи Lana Grossa Merino Uno. Давайте посмотрим состав пряжи. 100% мериносовая шерсть в 50 граммах 125 метров. Производитель Италия. У меня цвет номер 17. Оставлю для вас ссылку на сайт. Именно на эту пряжу вы сможете оформить заказ и посмотреть всю цветовую палитру. Давайте посмотрим расход пряжи на джемпер. Размер 38-40. Нам понадобится 450 грамм пряжи. Давайте приступим к вязанию. Раппорт узора 4 петли плюс 1 петля для симметрии и 2 кромочные, 2 ряда. Давайте посмотрим. Я набрала 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 петель. У меня получилось 12 петель, кратное 4, это на 3 раппорта, плюс 1 петля для симметрии, это 13, и плюс 2 кромочные, это 15 петель. Давайте приступим. Первый ряд. Кромочную петлю снимаем и провязываем 2 петли лицевые и 2 петли изнаночные. Это был наш раппорт 4 петли, то есть у нас идет кромочная и раппорт из 4 петель, 2 лицевые, 2 изнаночные. И теперь повторяем наш раппорт. 2 лицевые петли, 2 изнаночные. И последний раз повторяем. 2 петли лицевые, 2 петли изнаночные. В конце кромочная. Но перед кромочной у нас еще есть 1 петля для симметрии. Провязываем ее одной лицевой. И теперь в конце кромочная провязываем ее изнаночной петлей. Переходим к вязанию второго ряда раппорта. Кромочную петлю снимаем, провязываем 1 петлю для симметрии, 1 изнаночную. И теперь переходим к самому раппорту. 1 изнаночная, 2 петли лицевые и 1 петля изнаночная. Давайте посмотрим, что получилось. Кромочную сняли, 1 петлю для симметрии провязали, 1 изнаночная. И наш раппорт 1 изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная. Повторяем. Раппорт 1 петля изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная. И повторяем последний раз. 1 петля изнаночная, 2 петли лицевые, 1 петля изнаночная. В конце кромочная провязываем ее изнаночной петлей. Давайте посмотрим, что получилось. У нас еще плохо видно узор. Мы с вами провяжем. Давайте еще вместе один раппорт с первого по второй ряд. Кромочную петлю снимаем и провязываем 4 петли раппорт. 2 лицевые, 2 петли изнаночные. Повторяем эти 4 петли. 2 лицевые, 2 изнаночные. И последний раз. 2 петли лицевые, 2 петли изнаночные. В конце у нас идет 1 петля для симметрии, провязываем ее 1 лицевой. И в конце кромочная провязываем ее изнаночной петлей. И переходим к вязанию второго ряда раппорта. Кромочную петлю снимаем. В начале у нас идет 1 петля для симметрии, провязываем ее 1 изнаночной. И теперь переходим к раппорту. 1 изнаночная, 2 петли лицевые, 1 изнаночная. Повторяем. 1 изнаночная, 2 петли лицевые, 1 изнаночная. И последний раз. 1 петля изнаночная, 2 петли лицевые, 1 петля изнаночная. В конце кромочная провязываем ее изнаночной петлей. Мы провязали 2
Раппорта. Посмотрите, уже хорошо вырисовывается узор резинка. Если вы провяжете немного больше, у вас получится такой красивый плотный узор. Хочу обратить ваше внимание, что я вязала в две нити. У меня идет Лана Гросса Мерино Уна Мерино 100% в 50 граммах 125 метров. Поэтому ниточку я вязала в две нити. Шапку можно в две нити. И узор, образец мы с вами вязали из другой нити. Я вязала в одну нить. Тут идет в 50 граммах 90 метров. Ссылку на наш интернет-магазин я оставлю внизу в описании под этим видео. Вы сможете перейти и сделать заказ, и также посмотреть цветовую палитру. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. До свидания.